Я много лет занималась предпринимательской деятельностью, но в прошлом году дело закрыла. Но забыла отметиться в налоговой инспекции. Понимаю, что в конце года всегда платила налоги. Подскажите, должна ли я в этом году оплачивать какие-то взносы? Ну, хочу обратить внимание, что 2 декабря наступил срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Однако не все жители Уссурийского городского округа произвели оплату в срок. Поэтому до 2 декабря... По сроку 2 декабря желательно до конца года погасить накопившуюся, образовавшуюся задолженность и произвести оплату. Оплату можно узнать как в личном кабинете физического лица, так и обратившись в инспекцию, в отдел по работе с налогоплательщиками. Оплатить задолженность можно, получив квитанции в любом отделении банка, либо используя сервисы, онлайн-сервисы любого банка. Второй категорией плательщиков, к которой я хочу обратиться, это индивидуальные предприниматели. В течение года индивидуальные предприниматели должны оплачивать фиксированные платежи. Фиксированные взносы оплачивают как индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, так и прекратившие свою финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому, чтобы не растить новые долги, для избежания начисления страховых взносов в дальнейшем, индивидуальным предпринимателям, прекратившим финансово-хозяйственную деятельность, необходимо подать заявление о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя. По всем интересующим вопросам налогоплательщики могут обратиться в отдел по работе с налогоплательщиками, который работает ежедневно до 6 часов, во вторник и в четверг до 8 часов вечера и последние все субботы до конца года с 10 до 3 часов.